Мария Порошина не только популярная актриса, но и многодетная мама. У нее 5 деток, 4 девочки и 1 мальчик. 45-летняя звезда наслаждается материнством и делится самыми сокровенными фотографиями со своими поклонниками. Андрею уже скоро исполнится год. Мальчик растет энергичным, любознательным ребенком. Как и свойственно мальчикам, он требует к себе повышенного внимания. Мария выложила свежее фото на своей страничке и подписала его строками из стихотворения. История, связанная с отцом ребенка, так и осталась тайной. Все хорошо знают, что Илья Древнов не является отцом ребенка. Мария предпочла держать имя отца своего сына в тайне. Самое важное, что вся семья рада появлению малыша. Он приносит много радости и счастья в дом. Мария не прекращает и профессиональную деятельность. Ей активно помогают дочери и ряд помощниц, которые взяли на себя заботу о детях.